Итак, всем привет, продолжаем играть Battlegrounds. Ну что, наконец-то у нас появились русские сервера. И это не тестовый сервер, к сожалению, только третье лицо есть, ТПП. ТПП, ну думаю, не проблема. Рейтинга, я так понимаю, тоже пока нету. Пока. Ну, в смысле, может быть, он есть, но не отображается. Ну, как бы, я думаю, не проблема. Главное, надо с чего-то начать. Главное, хотя бы с этого начать. Сегодня вечером, думаю, стрим туда запустим, посмотрим, что там с пингом, что вообще с лагами. То есть, по идее, этот сервер, русский сервер должны быть лучше, чем любой другой сервер. Ну, например, я на Азии играл, и у меня иногда было лучше. То есть, сервера, что на Европе бывали отстойные, что на Азии были очень хорошие. То есть, такое как бы. Так что, все, также склад, дуо, да. Один можешь пройти. Карту выбирать можно, естественно. Так что, сегодня пойдем посмотрим. Сейчас пока нам не будем смотреть. Это же честь. События такого. Может, отдельно выпадет. Скиллский сорядка нет, такая штука у нас была уже. Ладно. Всем спасибо, всем пока. Русские сервера есть. Даже в кастомных матчах, наверное, даже может появиться. Ну-ка давай посмотрим. Русские сервера. Да, уже даже у кого-то дзем какой-то есть. Создает даже кастомки русском сервере. Это хорошо. Это, кстати, хорошо. Наблюдать нельзя. Может тыкнуть было кнопочку наблюдать. Но, видимо, человек запрещает наблюдать. Настолько там ставится. Блин, классно, классно. Даже поиграть реально захотелось. То есть я в последнее время говорил то, что на рейтинг пофиг, на все пофиг, просто по фану так заходишь раз там в два дня склады поиграть рандомно с азиатами, например, поржать просто там. Понятно, получается выигрывать, естественно, из-за этого. Потому что ты на пофиг. Если играешь, когда на рейтинг потеешь, постоянно там, то есть волнуюсь и все, бывает ошибаешься. Но когда играешь по фану, ошибок просто никогда у тебя нету. То есть, точнее, у тебя сплошная одна ошибка, но настолько это тупо происходит все, и в итоге ты выигрываешь из-за этого. Так что, как бы, ну, добавили русские сервера, я думаю, сейчас многие будут попытаться потеть на рейтинг, если там реально рейтинг есть. Либо его в любом случае добавят. А почему-то пока не отображается. Ну, как бы, ладно. Так вот.